Доброе утро, дорогие дешевые, с вами Тендерли. Я наконец-то приехала домой и могу снимать настоящий качественный контент с нормальной камерой, нормальным микрофоном, нормальным штативом и светодиодом. Но так как сейчас утро, я светодиод включать не буду. Итак, сегодня я бы хотела коснуться такой темы, как хейт. Я вам уже подробно рассказывала о том, как я реагирую на хейт. Если вы еще не видели это видео, вы можете посмотреть. Кто не помнит, я вам говорила, что мне вообще плевать на этот хейт. Ваши хейтеры — это просто ваши завистники. Но, к моему сожалению, иногда этот хейт заходит слишком далеко. Я, конечно, очень сильно обрадовалась, обрадовалась до слез, когда увидела, что у меня дизлайков больше, чем лайков. Может, это действительно ваш хейт, это просто мой пиар. Смотрите, как все началось. Просто, чтобы вы посмотрели на этот хейт с лучшей стороны. Я опубликовала видео. Меня начали хейтить из-за того, что у меня на клавиатуре стоит фотография Пейтона. Но вообще, мне кажется, это пишут люди, которые не уважают чужих вкусов. Это очень плохо, мне кажется. Ну и давайте начнем с того, что как бы сначала это написал один человек. Потом второй. Из-за того, что написала несколько человек, сейчас я вам расскажу немножечко такую фишечку Ютуба, просто чтобы вы знали, что если у вас набирается много комментариев, ну или просто комментарии пишут часто, то вас Ютуб автоматически ставит в ленту. Мне написало несколько человек, потом... Йося, ну нельзя так делать, зачем ты скотч бросаешь? Мне написало несколько человек о том, что я вот такой плохой человек, потому что у меня стоит Пейтон на клавиатуре. У меня таких мало было комментариев, а потом они начали раскручиваться, их набралось достаточно много, их становилось все больше и больше, и таким способом я распиарила свое видео. У меня там было 30 лайков и 36 дизлайков. Это даже намного лучше, сейчас я вам объясню почему, потому что все чаще и чаще что-то так на меня вылупилось. Потому что YouTube все чаще и чаще начинает предлагать мое видео остальным пользователям. А вообще, люди, уважайте чужие вкусы. Это очень плохо, что почему-то из-за какого-то человека я должна изменить свои вкусы, блин. Извиняюсь, что у меня сейчас на башке тряпка. Просто я только что проснулась и решила сразу же записать это видео, чтобы просто мне было чем заняться. Хотя мне сказали подготавливаться к экзаменам. Ай. Мне кажется, больше мне не придется касаться этой чудесной темы, как хейт. Вы меня все поняли, очень хорошо поняли, и я больше выкладывать такие подобные видео по поводу хейта, по поводу того, как я на него реагирую, как я с ним справляюсь, и вообще, как сделать так, чтобы вы смотрели на него с лучшей стороны, я выкладывать, надеюсь, не буду. Всем goodbye, с вами была Лина Стайл. Ну или если хотите, называйте меня Тендерли или Ангелиночка. С вами была я, короче, всем спасибо за просмотр и пока!